Всем привет! Вот фиксируем время. 12:55. Так, ну что, пойдем слушать Международное радио Китая. Ну, вот оно пашет вовсю. Почти без помех. Сейчас сюда выйдем, где помех поменьше. Десять минут назад проверял, не было вещания еще, а сейчас уже появилось. Оно еще может, конечно, зафейдинговать, спрятаться. Солнце еще вовсю светит. 29 сентября сегодня. Через месяц, если здесь жить на даче, то средние волны уже можно днем будет слушать. Здесь помех не будет, народу никого не будет. Как тяжкие китайская станция, она даже посовитая, она немножко басит даже. Но это мы фиксируем для непонятливых, кто пишет комментарии глупые. Смысл? Какой смысл слушать помехи? Мы фиксируем тут начало прохождения средних волн в осенне-зимний период. Днем на средних волнах, летом вообще ничего нет. Осенью, в начале сентября, только в 6-7 вечера появлялось вещание. Сейчас уже мы можем фиксировать начало вещания в 5 часу. Вот Китай поэтому шпарит. Стрелочку более-менее точно выставил. А то была неточная. Оказывается, разбирать его не надо, чтобы выставить стрелку. Оказывается, просто можно ручку настройки вытянуть чуть-чуть, подстроить стрелку. Ну, до этого заранее КПЕ докрутить до конца, либо до того, либо до того. Вытянуть ручку, подстроить стрелку и вернуть назад в исходное положение ручку настройки. Тогда можно точно выставить стрелку. Не обязательно его там разбирать, расколупывать, а я что-то разбирал его. Но ничего, зато вам внутренность показал, что у него внутри. Микросхема усилителя у него без радиатора. Если поставить радиатор, то можно и 12 вольт ему подать, и он будет еще больше мощности выдавать. А без радиатора лучше не давать ему больше 9 вольт. Ну вот оно начало немного подинговать. В октябре уже в 4 часа дня будет. Я когда в том году с Тефом в лесу гулял, в ноябре уже... ноябрь, декабрь, короче, можно в час дня уже услышать вещание. И китайской станции, и, ну, как правило, первее Иран начинает проходить на 1449. Вот, все оно фейдинг ушло, потом оно будет выходить. Это единственное. Сейчас еще, кстати, попробую покрутить. Вот в таком положении у нас должен Иран быть. Нет, Ирана пока нет. Но скоро они все появятся. Иран. Часам к 6 уже можно даже Вести FM услышать на 1413. С
7 часов уже будет слышно Радио России на 999. Все они появятся. Вот такие делишки. Снимаю домик. Вот солнце вовсю. Так, бокальчик туда отнесу. Вот отбивка, только джингл пошел, что. А здесь он ловит полетность станции. Иранцев еще нету. Так, а вот Китай. А он слабенький по чуть-чуть, он не услышит. Он китайцев не услышит. Тем более здесь что-то место такое. Дом экранирован. Крыша. Крыша железом крыта. Поэтому прием здесь не особо. Ладно, всем пока.